Перекресток улиц Снеговая и Василковая. Пробка во всех направлениях. Причина – очередное ДТП с участием мотоцикла. Водитель мотоцикла двигается по Рудневскому мосту в сторону Василковой. На съезде в правый бок ему въезжает Nissan Safari. Из внедорожника тут же выходит водитель, который испуган не меньше пострадавшего. Выезжал, просто не заметил. Машина поворачивала. Не заметил его, как он ехал. Отрицать очевидное водитель внедорожника даже не пытается. Именно он не уступил дорогу мотоциклисту, выезжая со второстепенной дороги. Он меня или не видел, или он просто не посмотрел. Он выехал просто и столкнулся, я с ним упал. Вот, ну, вроде не сильно. Ударил, только ногу рассек. И все. В принципе, все хорошо. Мотоцикл. Я его отремонтирую, не страшно. Помощь пострадавшему водителю оказывает подоспевший к месту происшествия экипаж скорой помощи. От серьезных травм хозяина мотоцикла спасло то, что он двигался со скоростью 40 км в час. Приехавшие на место аварии инспекторы дорожного движения приступили к оформлению ДТП. Оба участника по ОСАГО застрахованы, поэтому выплата будет по потерпевшей стороне. Несмотря на оптимизм мотоциклиста, на ремонт его железного коня у него уйдет немало времени.